В начале нового тысячелетия в Москве появилась новая скульптурная композиция Михаила Шемякина «Дети – жертвы пороков родителей». Москвичи окрестили ее «Монстры на Болотной» или «Памятник порокам». 13 фигур. Страшные, как из кошмарных сказок, головы. Так, по мнению скульптора, и должен изображаться порок, чтобы люди видели, какими не должно быть. Интересно, что в центре всей этой композиции представлена не наркомания и даже не пропаганда насилия, а равнодушие. Фигура с закрытыми глазами, заткнутыми ушами и телом в виде гроба. Действительно ли равнодушие такой страшный порок? Прав ли Михаил Шемякин, утверждающий, что равнодушие – корень всех зол? Почему в современном обществе так распространено равнодушие? Обсудим это сегодня в нашей программе. Кстати, отношение жителей к этой скульптурной композиции оказалось далеко не равнодушным. Она неоднократно подвергалась нападениям вандалов. Поэтому московские власти обнесли ее забором, поставили охрану и открывают только в определенные часы. Спокойствие сильнее эмоций, молчание громче крика, равнодушие страшнее смерти. Слова эти принадлежат известному христианскому богослову, реформатору Мартину Лютеру. С вами программа «Грани жизни» и я ее ведущий Даниил Ребанд. Здравствуйте! Вместе со мной в студии Наталья Щербакова. С ней мы и поведем сегодня разговор об одной из самых таких известных граней человеческих отношений и жизни, как равнодушие. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Но прежде чем мы начнем наш разговор, я предлагаю посмотреть короткий видеосюжет, чтобы мы могли познакомиться с нашей гостьей. Наталья Щербакова работает в благотворительной организации «Адра». Эта организация оказывает помощь при стихийных бедствиях, а также проводит различные благотворительные и образовательные проекты. Наверное, сегодня немногие могут похвастаться тем, что они работают, и работа приносит им удовольствие. Чаще всего все-таки материальный вопрос самый главный. А в этом плане я счастливый человек. То есть моя работа, она приносит мне не только моральное удовлетворение, но и материальное обеспечение. И девиз нашей организации «Изменяя одну жизнь, мы изменяем мир», он проявляется каждый день в моей повседневной работе. Готовлю ли я финансовый отчет о средствах, которые мы потратили? Упаковываю ли я подарки для малоимущих? Все это, я за этим вижу людей. Моя работа – это не бумага. Это люди. Позвольте, Наталья, вам задать еще несколько вопросов, чтобы дополнить то, что мы могли увидеть в этом видеосюжете. И первый вопрос. Как вы относитесь к переменам погоды? Со здоровьем или с личным таким эмоциональным оттенком? Больше давайте коснемся эмоционального. А что, перемена здоровья очень влияет на здоровье? Я люблю перемену погоды. И тогда что-то похожее. А какое время года вам более по душе? Люблю я лето, люблю я тепло. И за что же вы любите лето, когда зимой такой искристый снег? Вот как раз за тепло. То есть люблю вам тепло, тепло вам, да. Вам хочется тепло, уюта? Да, внутри я такой цитрусовый человек, хотя я москвичка, и должна бы привыкнуть к этим самым 9 месяцев нехорошей погоды. А три, в которые можно чуть-чуть погреться. Да. А скажите, вот воспитывая свою дочь, вы держите ее в строгости? Скорее, да. Я пытаюсь. Наверное, я строгая мама. И как реагирует ваша дочь на вашу строгость? Она восприемлет это как нечто должное или она бунтует? Скорее, наверное, с непониманием, потому что очень часто я от нее слышу, приходя из школы, спрашиваю, какие у нее оценки, почему такая оценка, а не такая. Она с удивлением говорит: мама, говорит, у нас ни у кого в классе родители не спрашивают об оценках.
никто никого не наказывает. То есть она в некоторой степени в такой, бывает, растерянности. Почему моя такая реакция? Почему моя мама неравнодушна, а у других это вполне нормально? Они называют это по-другому. Они считают, что это их дело и никого не касается. Ну, их дело. Давайте подумаем немножко дальше. Дети взрослеют, дочь взрослеет, и, наверное, недалек тот день, когда нужно определиться с выбором профессии. Как вы считаете, выбор профессии для ребенка – это прерогатива родителей, или дети должны сами выбирать, что им нравится и куда им пойти учиться, работать, жить? Если смотреть на сегодняшний день, в современность, то это совсем другой подход, нежели был даже лет 15-20 лет тому назад. Когда мы были молодые, мы тоже не знали в основной своей массе, чем бы мы хотели заниматься в будущем. И мы прислушивались к тому, что говорили старшие. Сегодня дети после выпуска из школы, подчас они кидаются в омут с головой и меняют и один институт, и два, и три института. Не слушая, не прислушиваясь. Даже не то, что к своим родителям, а даже к собственному сердцу, куда их влечет. Когда у вас была пора выбора учебного заведения, этот выбор сделали вы сами или ваши родители? Я сделала его сама. А дочери хотите выбрать? Не то, чтобы выбрать, но, наверное, взрослому человеку, близкому человеку более видно, к чему мой ребенок имеет склонность, в чем он чувствует удовольствие, что у него будет хорошо получаться. И не нужно, наверное, смешивать действительно работу вообще с жизненным направлением. У тебя может быть очень много хобби. Ты можешь заниматься музыкой, ты можешь заниматься какими-то опытами химическими, ты можешь заниматься спортом. Но работа, к сожалению, сейчас так устроен современный мир. Это то, чем ты должен зарабатывать на жизнь. Вы уверены, что ваша дочь вас понимает? Не всегда. Что смущает? Каждый человек – это личность. И вы знаете, Бог, Он не творит клонов. Даже наши собственные дети, они, безусловно, чем-то похожи. Но мы смотрим, что если у тебя два ребенка, один не похож на другого. И думаешь, откуда такие мысли, такое направление? Допустим, ребенок вдруг начал рисовать. Откуда? Я, например, только солнышко могу нарисовать. А ребенок начинает рисовать. Или вдруг начинает любить конструктор и строить из конструктора такие вещи, которые никакой мальчик не может сделать. Здорово. А о чем мечтаете, возвращаясь поздно вечером с работы, садясь в переполненный троллейбус? Есть такая шутка. Не хочу идти домой, там еще делать уроки. Но это честно. Прихожу и делаю уроки. И мечтаю, вместе с доченькой. Да, и мечтаю, что будет пятница, и тогда не надо будет делать уроки. И впереди выходные. И впереди выходные. То есть ваша мечта, возвращаясь с работы, скорее бы настал выходной. Да, наверное, как у школьников. Спасибо, Наташа, за открытый разговор, за открытые ответы. И, пожалуй, пора приступить уже к самой теме. Мы говорим сегодня о грани жизни, мы говорим о равнодушии. И первый вопрос, который хотел бы спросить вас, как вы считаете, что делает людей равнодушными? Откуда равнодушие приходит к нам? Я думаю, что равнодушными не рождаются, ими становятся. И, наверное, равнодушие – это реакция на жизнь, на тот опыт, который был у человека. Чаще всего это защитная реакция. Это выбор самого человека, как ему относиться к жизни. Мне так кажется. То есть это этим равнодушным человеком он не родился? Нет. Он стал? Он вот стал. Антон Павлович Чехов сказал однажды, равнодушие – это паралич души, да. Преждевременная смерть. Чем же на самом деле так опасно равнодушие? Это действительно паралич. Паралич души, но такой, знаете, который человек выбирает сам. Я хочу быть вот таким отстраненным от всего мира. Вот равнодушие, само вот это вот слово, оно как будто из двух слов состоит. Равно и душа. То есть душа
равно относится ко всему. Но русский язык велик и могуч, и есть синоним этого слова как безразличие. И вот здесь уже более так вот ярко выступает вот эта черта или образ жизни человека – безразличие. Человек безразличен ко злу, он безразличен к добру, он безразличен ко всему. И следующая ступень – он все концентрирует на себе. А это тупиковый путь как для самого человека, так и для общества в целом. То есть вы оцениваете равнодушие как безразличие. И как бы противоположность этому слову или грань жизни, о которой мы сегодня как бы чуть-чуть только коснемся, это отзывчивость. Да. В жизни вам чаще встречаются отзывчивые люди или равнодушные? Мне везет по жизни, у меня хорошие учителя, и мне встречаются больше хороших людей. Может быть, их, наверное, вообще по жизни больше. Отзывчивых? Да, потому что я езжу в метро, в троллейбусе, в автобусе. И вот там мы видим отзывчивых. Все же, встречая равнодушных, встречая людей вот таких, как вы сказали, не оценивающих ваше состояние, абсолютно им равно, что с вами. А что вы чувствуете, когда сталкиваетесь с равнодушным человеком? Вот вы знаете, вот из ваших уст, когда ты сталкиваешься с равнодушным человеком, и действительно, вот многие боятся покойников. Вот вы сейчас сказали, и у меня какой-то вот внутри холодок страшнее, наверное, чем с мертвым человеком встреча, равнодушный. Ты живой, но ты как мертвый. У тебя не только паралич, у тебя уже нет души. Потому что не обязательно иметь руки, ноги, зрение, слух для того, чтобы быть неравнодушным. А ведь равнодушные – это люди, которые обладают всеми возможностями для того, чтобы быть, скажем так, активным, неравнодушным человеком. Но они как мертвые. Мимо чего, по-вашему, равнодушно пройти нельзя? Знаете, я родилась в советской стране. И я помню то время, когда любая женщина, проходя по улице зимой и видя, как маленькие дети ковыряются в луже или там в снегу без перчаток, без варежек проходил, говорит, ну-ка, одень варежки. И ребенок тут же одевал эти варежки на резиночках. То есть мы не представляли себе, что валяется человек, и к нему не подойти, пьяный он или ему плохо. Мимо ничего нельзя не пройти равнодушно. Я вспоминаю, в школе говорили, вот если листочек там сорвешь, да, по весне было интересно, обязательно какая-нибудь бабушка скажет, зачем ты это делаешь? Он же живой, он только вырос. И в тебе такое чувство, думаешь, как же ты вот сейчас сорвал вот это? Ты неравнодушен был ко всему. А сейчас, да, мы выбираем. Жизнь стала такой, что мы становимся равнодушными, к сожалению. Да. И сталкиваясь с равнодушными, нам, тем не менее, становится немного не по себе. Нам хочется лучшего. Давайте послушаем теперь, прервемся на несколько мгновений и послушаем, что говорят о равнодушии и как к нему относятся жители нашего города. Каково их мнение? А потом продолжим нашу беседу. Человека делает равнодушным общество, в котором он живет. Те рамки и стереотипы, под которые они загоняют. Скорее всего, это детская травма. Ну, некоторые не хотят разговаривать, общаться не хотят. Ну, наверное, так думаю. Но это, мне кажется, только вот сейчас стало так. Но может, нет возможности помочь там? Или в этих интересах? Или, может, неинтересно, что это? Там, что у человека случилось? У кого какая жизнь, я скажу. Есть люди богатые, есть люди бедные, поэтому... А какие более равнодушные, богатые или бедные? Более равнодушные, богатые. Спасибо, что остаетесь с нами в эфире программы «Грани жизни». На ваших экранах вы видите контактные данные. Пожалуйста, позвоните, напишите нам, поделитесь своим видением, как вы относитесь, как вы считаете ваше мнение об этой грани жизни, как вам живется
с равнодушными людьми, если таковые имеются рядом с вами. Мы будем рады контакту с вами, мы будем рады вашим письмам и вашим телефонным звонкам. А мы тем временем продолжаем нашу беседу с Натальей Щербаковой. И наш вопрос следующий будет таков. Скажите, не считаете ли вы, что порой религия делает человека равнодушным? И основанием для этого вопроса я хотел бы напомнить вам евангельскую притчу, которая была рассказана Иисусом, о милосердном самарянине. Ведь рассказывая о человеке, который попал в очень сложную ситуацию, его ограбили, его избили, он лежит в крови при дороге, мимо проходит священник, мимо проходит левит, оба это служители культа, и абсолютно никакого внимания, они равнодушны, они не реагируют, они не оказывают самую первую необходимую помощь. Поэтому вот складывается впечатление, что религия делает человека таким спокойным и равнодушным. Как вы считаете? Ваш вопрос действительно имеет смысл, потому что многие люди прикрывают свое равнодушие действительно именно религией, то есть некоторой отстраненностью, некоторой, я бы сказала, даже ханжеством каким-то, что меня не интересует, потому что все это временно, все это пройдет. Я исключительно заинтересован в каких-то более высоких материях, и я уже чуть ли не на небесах. Но это не то, что Иисус Христос показал нам в своей личной жизни. По-моему, более неравнодушного человека, я бы даже сказала, гражданина рядового, по-моему, найти во всей человеческой мировой истории невозможно. Вся его жизнь, 24 часа, все эти 3 с лишним года, она была наполнена служением людям. И не раз, и не два. И даже сама притча, которую он рассказал слушающим, должна была нацелить людей на то, что нельзя быть равнодушным. Что человек посеет здесь, то пожнет он там. Сам приход Иисуса Христа, нашего Господа, с небес на землю, назвать это неравнодушием, это очень мало. Это то, что никому из нас, хотя кому-то и дано, это самопожертвование. То есть это максимальная такая точка, до которой человек доходит в своем неравнодушии. Он отдает свою жизнь за другого. То есть сопереживание, сочувствие. Да, вы знаете, что даже люди, которые неравнодушны по жизни, они долго не живут. Потому что та боль, которую они воспринимают, и сегодняшняя... Становится их болью. Их болью. И сердце у многих действительно не выдерживает. И даже современный человек, вы знаете, вот не, у многих не заканчиваются интересы своей личной семьей, своей личной там, государственностью. Нам не все равно, что происходит в Сирии с детьми. И мы смотрим на экраны, мы сопереживаем. И если нам сейчас скажут, давайте соберем, мы соберем. Говоря о Христе, наверное, мы можем действительно сказать, что его научение, его наставление, что плачьте с плачущими и радуйтесь с радующими, оно исполнилось в его жизни, когда он пришел в доме опечаленных Марфы и Марии, где умер брат Лазарь, то написано, он... Что он заплакал. Да. И это было таким ярким свидетельством для людей. Все люди заметили, все люди наблюдали за ним и сказали, посмотрите, как он любит его. Ну, а коль коснулись той притчи, то там был ведь еще и третий герой, тот, кто не прошел. Действительно. Вы знаете, вот, наверное, я хотела бы сказать и всем, может быть, москвичам, гражданам нашего государства, мы иногда с некоторым пренебрежением и раздражением относимся к тем, кто приехал к нам сюда на заработки, особенно с азиатских республик. Но в своей жизни я десятки раз сталкивалась, когда мне помогали, я очень много езжу в метро, у меня большая длинная дорога, именно люди из Узбекистана, из Таджикистана. Когда я споткнусь, или у меня тяжелая сумка, или мне вообще как-то вот, я сижу какая-то уставшая. Знаете, один раз меня даже назвали, он подходит, говорит, сестра. Я аж прям вздрогнула, думаю, что такое?
я увидела вот это. Я один раз пришла... Доброжелательность да. увидели, да? Вот да, один раз я пришла в магазин при мечети. Мясной магазин. И смотрю, у них там не очередь, а как-то они все стоят непонятно как. И меня как вот... Немножко стало это раздражать, думаю. Я встаю в очередь, а они как-то меня все обходят. Короче, дошла до меня очередь, я купила то, что надо, и спрашиваю там один продукт, говорю, а сколько это стоит? И мне продавец тоже азиатской национальности, отвечает, сколько. Я говорю, хорошо, спасибо, я просто узнать. И мужчина сзади стоит, тоже азиатской национальности, а я еще в таких как бы немножечко в нервах, как у нас говорят. И он говорит, сестра, давайте я вам куплю. И вы знаете, мне так было стыдно, больно, и в то же время какая-то благодать разлилась по всему моему телу. Я говорю, спасибо вам большое, я просто узнать, сколько стоит. Говорит, может быть, вам хочется это? Я то есть думаю, он подумал, что, может быть, не достает денег? Да, что не достает денег. Поэтому вот это вот неравнодушие, мы никогда не знаем, кто нас предаст, а кто жизнь отдаст. Да, вот тот третий герой из притчи, он как раз да. и показал ту чуткость. От него не ожидали, он совсем чуждый. И, может быть, этот человек, который лежал, он бы, может быть, это опять-таки догадки, будучи в здравии, никогда бы, может быть, и не обратил внимания на того человека, который ему оказал милость. Но, получив милость от того, от кого ты не ожидаешь, вот это открывает твою душу для других. И показывает, в общем-то, твое состояние, твое что состояние. Тебе этого, может быть, и не достает. Не достает. И вот это вот лечение происходит немножечко болезненное. Еще одна сторона этой грани, если говорить о равнодушии, а вот такое отношение, что, ну, мне, в общем-то, уютно и так, и так. Допустим, тот же апостол Павел говорит, что я привык жить и в богатстве, и в бедности, и в здравии, и в болезни. Вот это нельзя применить к равнодушию? Это что-то другое? Или все-таки... Нет. Апостол Павел был далеко не равнодушным человеком, а его слова описывают то, что он не то, что даже равнодушен к себе, что он готов быть и в таком состоянии, и в таком состоянии для кого? Для людей. То есть он говорит, я не буду вас ничем обременять, я могу и так жить, и так. Вы знаете, вот иногда любящая мама смотрит на ребенка и говорит, тебе нужны сапожки. А она знает, что у мамы сапожки постарее. Говорит, мам, я еще в этих могу походить, мне не надо. То есть это уже неравнодушие. Ваш прогноз. Общество 21 века, оно станет чутким или оно станет еще более равнодушным? Я не Господь Бог. Но глядя на сегодняшнюю молодежь, которая реально живет в своем мире, компьютерном мире. Очень большая опасность того, что наша молодежь растет в своем мире, заключенном в своих интересах, в своем маленьком телефончике, в своем гаджете. И для того, чтобы высказать свои эмоции, им достаточно разместить несколько фотографий в Инстаграм, а их слова, которые должны прозвучать и коснуться не только ушей, но и сердец человека – это короткие смс-сообщения, поэтому мне очень страшно за наше будущее. Тем не менее, это, наверное, предсказуемо, ведь Христос в одном из своих пророчеств сказал, что по мере увеличения беззакония во многих охладеет любовь. И это как раз как признак современного да. нашего общества, к сожалению. А что бы вы посоветовали, какой рецепт вы, как вот простой человек, простой гражданин, что бы вы дали как рецепт, что могло бы изменить наше сообщество, чтобы он от равнодушия, чтобы человек от равнодушия, ну вот как-то вот откатился, что ли, и стал вот более открытый, внимательный, чуткий. Есть рецепт от равнодушия? Наверное, взрослому поколению можно было бы посоветовать не то чтобы забыть свои обиды, в результате чего они стали равнодушными. А просто пусть эти обиды будут опытом, но остаться открытыми, все равно открыть себя для людей. Это обогатит и оздоровит нас. А молодежь надо воспитывать. Воспитывать в том, что мы в них нуждаемся. Наверное, вот так. Спасибо, Наталья. Спасибо за
открыты. Спасибо за эти примеры и личные примеры. И мы надеемся, что те, кто нас слушали сегодня, те, кто смотрели эту программу, не будут равнодушными, не пройдут мимо, когда видят кого-либо, кто нуждается в их помощи. Это и есть христианская жизнь, это и есть проявление веры, это и есть проявление милосердия. И Господь Иисус говорил: «Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный». Пусть в вашей жизни встречаются люди очень чуткие и неравнодушные. Всего доброго, до скорой встречи, до свидания.